В рамках партийного проекта «Старшее поколение» активисты волонтерского центра «Единой России» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в территориальном управлении «Жаворонковское», Евдокии Исайченкову и Григория Картушина. Им вручили корзины с фруктами и сладостями, а также памятные сувениры ко Дню народного единства и Новому году. Визит состоялся по инициативе председателя фракции «Единая Россия» в Совете ветеранов Одинцовского городского округа Вячеслава Киреева с помощью автомобильного отряда волонтерского центра.